анонс, и точно дата выхода 26-й серии турецкого сериала «Мои братья». 26-я серия сериала выйдет в эфир 30 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Мелисса начинает придумывать план, чтобы разорвать связь между Кадиром и Джамиле. Каан начинает вести такие игры, которыми загоняют Акифа в угол. Акиф уже сильно жалеет о том, что Каан появился в его жизни. Ведь этот парень начинает вести себя очень нагло. После того, как с Доруком произошел несчастный случай, то их отношения с Асие стали постепенно налаживаться. Дорук очень любит Асие и не хочет ее терять. Вскоре Дорук серьезно поругался со своим отцом и пришел к Асие. Он больше не хочет терпеть его поступков и не хочет возвращаться в тот дом. Из дома Дорук забрал только свою гитару. Все были шокированы таким поступком Дорука. Шенгюлю позволила остаться в их доме и сразу же нашла место для Дорука, где он сможет спать. Теперь для Дорука начинает совершенно новая жизнь. Когда Харика утром отправилась в школу, то очень удивилась, увидев Дорука в бедном районе. Акиф не намерен мириться со сложившимися обстоятельствами. Он собирается, во что бы то ни стало, вернуть своего сына домой. В это время семье улыбнулась большая удача, так как Эмель выиграла ценный приз. Остается только выяснить, что за приз это будет. Напомним, 26-я серия сериала выйдет в эфир 30 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.